Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Анна Акопян, находится с визитом в США. Армянская диаспора Бостона пожертвовала возглавляемому ею благотворительному фонду «Город улыбок» 150 тысяч долларов. Об этом сообщает Армянпресс. Помимо сбора пожертвований, Анна Акопян выступила с громким заявлением. В ходе своего турне, Акопян дала интервью изданию «Голос Америки» и, обращаясь к теме Карабахского конфликта, отметила, что тысячи армянских солдат отдали свои жизни в Карабахе, во имя ничего. Повторите заклинание. Жалостливее, больше музыки в голосе, идите от себя. Мсье, je ne m'en... Минутку, серьезней. Слезу дайте. Гениально. Гениально. У вас талант к нищенству заложен с детства. При этом супруга премьер-министра Армении, сказав А, так и не нашла в себе сил сказать Б, то есть добавить, что тысячи армянских солдат погибли во имя абсолютного ничего, на чужой для них земле, на территории Азербайджана. Конечно же, реакция с трехэтажным матом со стороны ее соплеменников не заставила себя долго ждать. Мозг, промытый армянской диаспорой и агитационной пропагандой, еще долго не восстановит свои нормальные функции. Способность самим думать, а не глотать все, что скидывают СМИ.